Друзья, всем привет! Давно не делал обзор игр из магазина. Вот. А на самом деле сегодня так интересно было, что я заходил и вообще, ну, по-моему, все приложения были доступны, да. То есть такое редко очень бывает, они постоянно что-то какие-то выпадают. Особенно это бывает тогда, когда я как раз хочу сделать обзор на какую-то игру. Вот. В какой нарт, это со всеми так было. И сегодня точно так же. Сегодня я заходил, был вот этот бот Coin Lotto, беспроигрышная лотерея. Я даже ему что-то написал. Вот. И он был, ну, он был здесь играть, можно было. Вот. Такая вот фигня произошла, в общем. И вот хотел еще в очко. В очко я уже до этого хотел. Тоже оно было за какое-то время до обзора активно, а потом пропало, когда я сел снимать. Ну, короче, вот это вот, конечно, заколебло, то, что оно пропадает все время. То появляется, то пропадает. Я не знаю, в чем мулька, в чем сами боты работают. Мы даже в этом убедимся. Я сейчас просто его так найду. У него Lotto Coin ВКонтакте адрес. Я его сейчас просто вобью тупо и все. И зайдем. Да, вот хорошо как бы в группе размещено это. Вот, значит, Lotto Coin, первая беспроигрышная лотерея ВК Coin. Сейчас мы ее попробуем, насколько она беспроигрышная и в чем прикол. Так, сообщений пока нет. Что здесь можно сделать? Непонятно. Ну, давайте 10% нажмем. Минимальная ссылка для пополнения. Ну, понятно, пополнить. Вот, кстати, неправильно нифига сделано, то, что укорочено, потому что стрёмно переходить по таким ссылкам. Там много чего может быть зашифровано. Ну, как зашифровано. Под ней скрываться. Вот. Ну, ладно, нас это не останавливает. В принципе, здесь вроде четко. Но лучше так не делать. Ладно, 10 тысяч. Ну, пускай будет 10 тысяч. Могу себе это позволить. Так, пришло пополнение в размер 10 тысяч ВКЦ. Твой баланс 10 тысяч. Тобой был вложен. Тут на разных языках, что ли, написали. Беспроигрышная. Ну, блин, она называется беспроигрышная, но я все-таки буду скромным. Я буду все время по 10%. И мы посмотрим, выйду я отсюда в плюс или нет. Кстати, это бета-версия. Да, написано. Вот. Поэтому, если это бета, значит, то, что она написано, что она беспроигрышная лотерея, значит, она может быть проигрышной. Ну, как бы так, да, то есть игра слов. Ну, потому что под бетой может скрываться что угодно. Тип билета. Блин, я вот это не знаю. Надо, наверное, инструкцию читать. Мам, дорогая. Если 2 часа спорт, то ты забираешь их себе в банк. Если нет, деньги ушли в казну. А как это же беспроигрышно, ребята? Ну чего? Ну, что-то я выиграл, что ли? А, уже проиграл. Понятно. И все время свою группу вот сюда. Так, помощь будем читать. Что мне так непонятно. Как играть? Нажмите кнопку «Начать игру», внесите ставку от 1000 ВКЦ, выберите режим 2 против 6, видимо, или 3 против 9. Ну, мне, наверное, попроще надо 2 против 6. Сотрите защитный слой с карточек, совпали числа, получи приз. Не дошел перевод, что делать. Я понял, почему беспроигрышный. Там, видимо, какой-то утешительный приз получается дойдет. Вот. Ну, я думаю, что я ну, просру здесь. Это прям как пить дать. Ну, вообще, я могу даже поспорить. Ну, хотя, что спорить, это ж не стрим. Ладно, поехали. Ну, давайте повысим ставки. Вот это буду, чтобы поменьше было.
Хотя тут тоже что-то то же самое выпало. Почему вот эти белые, эти синие? Какие? Давайте вот эти. Я буду, короче, вот эти 1-6 нажимать все время. И мы будем проверять теорию вероятности. Блин, я забыл. 20% я давал. Да, 20. Значит, 20% все время будем. Вот это. И буду вот эти стирать все время. И мы посмотрим просто как. Ну, вот сейчас я выиграл опять. Неужели я с бабками иду из этой игры? Это редко. Я только с деньгами ухожу из дракона. Мне нравится уже эта игра. Я опять выиграл. Пойду побольше. Ну, сейчас, кстати, будет поражение. Это прям я гарантирую. Ух ты. Что-то билет неудачный. Ну. Давайте 20%. Все-таки будем по чуть-чуть. Как говорит наш президент, курочка по зернышку клюет. Тук-тук-тук-тук-тук. Вот так. А, это я не выиграл. Это значит, это то, что он скрывается там, приз, да? Твой бал... А, ну я, смотрите, я уже что-то это... просрал немножко. Ну, в общем, так это логично. Сейчас будет потихонечку снижаться, пока я не, ну, без штанов здесь не останусь. В этой беспроигрышной лотерее. Вот как можно... это и только я, наверное, могу проиграть в беспроигрышной лотерее. Только я. Ну, напишите, если вы отсюда выводили какие-то хорошие суммы. Мне очень интересно. Но я что-то сомневаюсь, что такие найдутся. Но сейчас я, может, выиграю, потому что... Ну, то естественно, потому что я выиграл, потому что там копейки какие-то. Неудачно опять. Блин, лотерейный билет на почте покупать не надо. Так здорово. Мне так нравится. То я хожу, ну, иногда покупаю их ради прикола. Но мне никогда не везет. Максимум я отбиваю стоимость билета. Ну, скорее всего, ну, половину, как правило. Допустим, покупаю два билета. Один выиграет стоимость билета самого, а другой вообще по нулям. Ну, что-то, да, я как-то кручусь, но вот... Блин, я просто боюсь, эта игра сейчас затянется, видео затянется, уже 8 минут. А я все выигрываю. Ну, в принципе, шансы здесь, кстати, неплохие достаточно выиграть. То есть нет такого прям жести, как в коробочке с играми. То, что я там продулся прям. Ну, вот кто смотрел видео, видели, как там планомерно, там, допустим, три раза проигрываешь, один раз выигрываешь. Вот по такому принципу. А здесь как-то, ну, я, ну, могу, в принципе, дойти вот сейчас. То есть здесь больше где-то. Но все равно, конечно же, в конечном итоге я проиграю. Просто здесь это дольше. Ну, как бы растягивают удовольствие, да, такое. Медленно. Ну, еще бот так себе отвечает, не очень прям быстро. А, ну вот, я, да, билет оказался неудачным. То есть как раз там сумма приличная. Вот. Естественно, я проиграл. Твой баланс со мной, главное, был выигран 23 тысячи. Красиво. Ну, действительно, вот это беспроигрыш. Ну, мой баланс... Меньше, чем я вложил.
Ну, в общем, понятно, оно будет планомерно снижаться, снижаться. Ну, сейчас выиграл. Ну, что-то бот затупил. Блин, я хотел сейчас еще несколько этих сделать и ва-банк пойти, короче. Да, кстати, пока бот втупил, что-то он конкретно втупил, к сожалению. Кстати, может быть, они мне не начислят там эти, то, что я выиграл последнюю победу. Может, он поэтому и втупил, ну, как бы, типа, сбой у него. Вот. Правда, я хотел ва-банк пойти, я думаю, если бы я пошел ва-банк и выиграл, тогда, может, он краса был бы. Ну, может, я думаю, он просто готовится к этому, да, то есть, так, типа, уйти от обязательств. Вот. Значит, короче, они опрос сделали, там, беседу для игроков. И, в общем, у них опрос. Значит, что, баги, то есть, получается, баги есть, да, там, 29% проголосовало. Понизить комиссию, какая-то комиссия. Что за комиссия еще? Это лотерея. Там налоги есть, я знаю. Ну, то есть, если выигрываете лотерею какую-то сумму, налоги надо заплатить. Ну, в России, во всяком случае. Ну, вот. Повысить шанс выигрыша. Ну, тут вообще 58% проголосовало. То есть, многие считают, что низковат шанс выигрыша. Ну, любая лотерея не будет работать себе в убыток. Любой бот, который монетка, там, виселицы, там, вот эти все боты, они, ну, там, где вас просят внести деньги какие-то изначально, они не будут работать себе в убыток. Эти боты, они сделаны в первую очередь для того, чтобы не чтобы вас развлекать, а чтобы получать экономическую выгоду. Вот. А вот такие вот типа пирамиды, майнинги, да, там немножко по-другому. Там тоже, в принципе, ну, там они дают как бы, да, то есть можно в плюсе выйти. Я, например, в Дракоин особо не вкладывал, то есть я получил там с нуля можно было реально. Вот у меня есть аккаунт, там с одного я действовал, там я с нуля, ну, нормально там, ну, немного, ну, несколько миллионов, вот. А здесь это просто как вот попробовать, да, просто понять для себя, что, ну, лотерея, тут не надо быть счастливым. Не, если вы, конечно, готовы, там, допустим, там 10 миллионов сюда ввести, поставить 100%, вот, и в случае выигрыша сразу, ну, выйти, да, но вы их можете проиграть сразу же. Ладно, посмотрим, что там бот ожил, нет. Нет, он не ожил. Ну, к сожалению, как-то вот так. Я думаю, что все закончилось бы тем в длительном эксперименте, в ходе длительного эксперимента, тем, что я бы проиграл. Потому что сейчас последний мой баланс, он, ну, все-таки постепенно стремится к нулю. Медленно, вот. Но надо отметить, что 10 тысяч я вот не достиг, да, то есть я как опустился, вот, я их уже не достигал, по-моему, насколько я помню. То есть где-то вот возле отметки такое крутилось. Может быть, разочек достиг, вот здесь меньше. Да, и оно вот так будет, вот. То есть у меня как бы, вот, оно поднимается, потом опускается, поднимается, опускается, и все время вот вот вокруг какой точки начинает крутиться, ну, и стремится к нулю. Конечно, здесь, да, она, возможно, беспроигрышная. Здесь, по-моему, минимальная ставка 1000, и там утешительный приз какой-то дается 200, да. Вот, то есть с этими 200, я думаю, можно и выйти. Вот, поэтому лотерея действительно беспроигрышная. Вот, насколько она хорошая, да, в длительном эксперименте, это, к сожалению, нам посмотреть не удалось. Ну, я думаю, что никакая лотерея не будет работать себе в убыток. Вот, если у вас что-то интересная информация есть по поводу этого, пишите в комментариях, если вы играли и считаете, что это вообще топ. Вот, после драконов или даже перед драконами. Все, всем пока, спасибо за внимание.